Ребята, всем привет! Я сейчас в лесу. Помните последнее видео? Лес в лесу. Я сейчас в лесу и собираю грибы. Ну, нет грибов. Просто стараюсь найти. Ну, нет грибов. Вот только маленькие такие грибы. Ну, неизвестно, может быть, такие не собирают. Ягода. Как это называется? Это называется черника. Черника – это ягода. Ребята, смотрите, как растет черника. Вот это черника. Смотрите. Ребята, смотрите, смотрите. Я нашел ягоду. Но я не знаю, что это. Земляника? Что это, земляника? Скажите, пожалуйста, что это? Это как клубника, но маленькая. Маленькая клубника. Это маленькая клубника. Какая она нежная. Смотрите, красная, сладкая, очень сладкая. Я первый раз вижу землянику. И я в восторге просто, смотрите. Смотрите, какая красота, какая прелесть. Смотрите еще там, смотрите. Любим лес. А это сердечко. Сердечко. А здесь, смотрите, какая трава. Здесь можно полежать. Отдохнуть. А я нашел и малину. Это малина. Малина. А это как называется? Скажите, пожалуйста. Кто-нибудь знает, как это называется? Можно есть? И поезд идет, смотрите! Поезд идет! Классно! Классно!